17 января в зале Дворянского собрания областного дворца книги прошло торжественное вручение ежегодной областной премии в сфере журналистики. В этом году премия немного поменяла свой формат. В частности, были определены новые номинации. Как сказал губернатор Сергей Морозов, сделано это было по рекомендации журналистского сообщества. Здесь одна из, наверное, лучших церемоний Ульяновской области. Я от всего сердца поздравить вас с Днем Российской Печати, который отмечался буквально несколько дней назад. Но, несомненно, я думаю, что острота этого праздника не потерялась, тем более, что этот профессиональный праздник объединяет людей совершенно разных специальностей, разных профессий, которые день за днем пишут настоящие истории нашей страны, нашего региона. Всего на нынешнюю премию поступили заявки от 80 журналистов, которые представили на суд конкурсной комиссии несколько сотен своих работ. В итоге, в каждой из 5 номинаций были определены победители за лучшие материалы, вышедшие на телевидении, радио, в электронных СМИ и в печати. Из них 5 премий достались представителям издательского дома «Ульяновская правда». В номинации за лучший материал патриотической или краеведческой направленности победителем среди телепроект стала программа телевидения «Ульяновская правда. Правдивые истории» и ее ведущий Дмитрий Илюшин. Работа на самом деле это достаточно тяжелая, и я бы хотел отметить, кстати, операторов наших, нашего Ульяновского дома, издательского дома «Ульяновская правда», и ребят, которые монтировали сюжеты, и даже вот, и в том числе Иванова Алексея, который, собственно говоря, и научил меня быть во многом ведущим этого сюжета и корректировал их по ходу. Особенно было бы интересно посмотреть вот первый сюжет, там «Скрипинские кучуры», «Бездонный колодец», какой уровень был тогда и новый сюжет, который выходит сейчас. В номинации «Лучший материал», в котором освещаются вопросы культурной или спортивной жизни в Ульяновской области, лучшим среди печатных СМИ был признан журнал «Симбирск», а «Народная газета» так и вообще собрала целый урожай наград. Во-первых, весь коллектив был признан лучшим все в той же номинации лучших патриотических и краеведческих материалов. Весь 2016 год журналисты «Народа» писали яркие статьи, посвященные истории Ульяновской и области, и в итоге получили заслуженную награду из рук губернатора. Еще 2 награды получили сотрудники редакции «Народной». Редактор газеты Валентина Каманина удостоилась премии в номинации «Лучший материал», в котором освещается развитие отраслей промышленности и сельского хозяйства в Ульяновской области. Проект «Легенда УАЗа», мы его готовили специально к 75-летию Ульяновского автомобильного завода. И самое главное, что мы получили, какой эффект от этого проекта, это письма читателей, звонки читателей, они не остались равнодушными. А когда приходят письма, когда звонят в редакцию, значит, что газета живет. Шеф-редактор отдела социальных программ Игорь Улитин стал победителем среди печатных журналистов в номинации «Лучший материал», в котором освещаются вопросы здравоохранения или образования в Ульяновской области. Награду Игорь получил за 2 проекта, посвященных году здравоохранения, проходившему в нашем регионе в 2016 году. 2 проекта, первый из них – это «Жизнь замечательных врачей». В нем рассказывали о медиках, часто заслуженных, часто просто медиках, которые просто работают, помогают людям, сохраняют их здоровье, и которых мы видим каждый день в больницах, но о них не знают тысячи людей. Мы постарались сделать так, чтобы про них узнали эти люди. Второй проект – это «Знакомьтесь, врач». Это проект о медработниках редких профессий, например, таких как врач-генетик, врач-сурдолог. Про эти профессии, наоборот, таки вообще не знают наши люди. И он задумался как раз-таки для того, чтобы люди, наши читатели, вообще жители Ульяновской области узнали о том, что они могут обратиться с самыми сложными проблемами к таким врачам, которые занимаются этим сложным лечением. Также в число победителей в разных номинациях вошли телеканал «Репортер», ГТРК «Волга», как телесюжеты, так и радиопрограммы, «Радио дважды два», информационное агентство «Медиа-73» и «Ульяновск-город новостей», газета «Аргументы и факты» и ряд других областных и районных средств массовой информации. Мы поздравляем заслуженные награды всех победителей и желаем им дальнейших творческих успехов. Игорь Улитин, Валентина Каманина, Юрий Конихин. Новости дня. Ульяновская правда.